Всем привет, друзья. Суббота, сыро, прохладно, лед на стекле был. Едем на день рождения Нива клуба. Думаю, сейчас будет экшен. Там по-другому не бывает. Там ребята серьезные. В общем, сейчас все увидите сами. Опять женщина меня ведет, но тут я дорогу за долгие годы изучил. Я думаю, сегодня она меня не запутывает. Не запутает, хотя непонятно, тут бетонные блоки лежали, там есть объезд. Да, тут был когда-то рынок первый вещевой. Тут справа, где покрышечки, мы проехали, заасфальтировано. Наверное, еще даже не в 90-е, в конце 80-х, начало 90-х, да. Кто-то помнит, может. Хорошую тут дорогу сделали. Сказка. Была убита. А сейчас красота. Тут логово слепого рядом. Еще нескольких маньяков. Так, нашел какую-то дорогу, не знаю, проеду или нет. На внедорожнике, на бэхе точно тут не проехал. Черт, куда-то не совсем туда хотел резануть. В общем, сейчас будем смотреть. Вот нормальная дорога вроде. Что там дальше, правда, не видно. Вон тут даже снежок. Сейчас включу понижайку все-таки. Не мучать машину. Эти с понижайкой. Тут блокировочки срабатывают, и она едет. Так, куда-то выехал. Сейчас попробуем найти. Без карты, карта тут же. А вот дорога есть. Прикольные места тут. Так, блокировку выключаем. Тут она клавишей вот такой выключается. Во Вранглере, кстати, механически включается, Саня говорит. Несмотря на то, что он свежий. Думаю, резану. Вон и дорогу видно уже. Я думаю, сейчас найдем. Примерно направление понятно. Там через асфальт есть заезд, но он перегорожен блоком бетонным. Где-то направо надо будет. Звука еду, вот только что не ездил, не знаю, не помню сколько. Да, правильно, едем, все. Не ездил, наверное, не несколько недель на этой машине. Вот, смотрите, какая шикарная дорога. Вот это место знакомое. Навигатор, там девушка перестроилась уже по направлению. Тут мы на Залупазле ехали год назад ровно. В эти же дни было день рождения. Хочется уже его быстрее сделать. Думаю, в ближайшее время займемся этим вопросом. Да, тут даже снежок. Как-то интересно, так он полосой лег. Нивоводы уже близко. Слышите, как работает? Вот сейчас я вам с открытым окном включу. Просто фантастика.
Да, суровый младший собирал мотор, который вчера был в онлайне, который у вас до 6 утра готовил к покатухе на прошлой неделе. Так, почти мы уже близко. Много тут у нас хороших мест в округе. Я думаю, вы уже, кто смотрит постоянно, тот знает. Кто новый, тот может зайти посмотреть на канал. Подписывайтесь, делитесь. Почти 4000 роликов на канале. Много интересного. Так, все, сейчас мы выскакиваем. Через 200 метров поверните налево. Вы видели, женщина проснулась. Уже когда я доехал почти, она вспомнила, что надо помогать дорогу искать. Поверните налево. Такой объезд был вот на этот асфальт, но там бетонный блок. Видите, тут налево тоже блоки. Зато прямо есть дорога. Уже почти на месте. Сейчас посмотрим, что там за движуха у нас сегодня. Сегодня я почти не опоздал. Так, вот сюда влево вроде, насколько я помню. На бэхе было мне тут сложновато, конечно. Я как-то уже приезжал тут, пузом шкрябал. Будь здоров. В этом месте у нас редковато оффроуд бывает, хотя тут места такие интересные тоже. Тут и болотца есть в одном месте, не знаю, высохло или нет. Когда-то давно мы здесь катались. Ну, и с песочком четко. Так, женщина уже дорогу тут не видит. Еду сам по памяти. Обычно это быстрее получается. А может и нет. Дорога накатанная, видите? Не, быстрее. Вот уже на горизонте там все рядом. Что-то тут с дорогой случилось, как-то было. Блин, как хорошо, что я на гранде. Как-то было тут поровнее. Тут движ серьезный уже. Вон уже невоводы куда-то едут. Так, приехала серьезная машина. Привет! Йохан и Бабай. Вы готовы, да? Да. Шины стоят, я смотрю, все, да? Да? Машина перейдет. А что это за мальчик прячется, не знаете? А он пешеход сегодня? Привет! Нет, он сегодня будет соревноваться. С автономной печкой. Вот эта черная с красными вставками выгоревшими. Куртка называется? Куртка, это гоночная куртка. Специальная, да? А шлем? Шлем тоже усиленный? Шлем специально для сегодняшнего выезда. Нульс. Так я не опоздал хоть? Нет, я как раз вовремя. Там старт уже дал. Давай. Я понял. Так, привет. Ого, серьезный УАЗ дизельный. Как раз я почти вовремя. Сейчас пойдем посмотрим, что там происходит. За движуха. Смотрите, это боевая Нива. Там видно лайт пошел, наверное. Судя по боевым машинам. Но даже Вова с Серегой есть. Танзанийские волки. А не, бессмертная копейка здесь. В общем, все тут класс.
Сейчас где-то парканемся. Смотрите, он в своем репертуаре. Саня, где ты, друг мой? Ты путешествуешь со своей бочкой по всему миру, да? Да. О, блин, подожди, подожди, я отъеду. Так, а вот этот маньяк, смотрите, на... Вот маньяк на боевой Ниве. Короче, тут хорошо, я понял, все. Привет. Привет. Где ты был? А? Где ты так долго был? Я бегал. Я спортсмен. Я понял. Все, паркуемся и побежали. Вот какая Нива. В серьезном тюнинге. Саня, друг, где ты? Привет. Привет, а что ты уже все, ты уже не блогер? А, или это чтобы люди нас найти могли? Это ты хочешь сделать вечный огонь или что? Ну да. Привет. Ира, мы будем сейчас Слепой, как обычно, на высоте. Или это финиш тут, типа, или что? Саня. Пошли жрать. О, пошли нафиг тут оффроуд. Я тебе говорю. Давайте так, ты делаешь два разных видео. Одно про Нива-клуб, второе про Слепого. Только что премьера про Слепого была, как ты хотел сжечь эту бочку, но да. У тебя не получилось. Так, да. Короче, какое видео набирает больше лайков? Ты просто поймешь, что кого тебе снимать. Нахрена, оффроуд. А что ты в маске? Да. Ты с работы едешь или что? Покажи, а перчатки снял? А, не, не снял, снял. Так теплее. Блин, нашел, где справа зуб болит. Началось. Слышь, ну я понял, там лайт пока идет, да, или что? Ну иди посмотри, может там засадные места есть. Короче, собираем лайки, ребята. Я собираю лайки.